Расходы городского бюджета превысили доходы больше, чем на 1 миллиард рублей. Именно казна Саратова стала наиболее остро обсуждаемой темой на 50-м заседании городской думы. О причинах таких показателей бюджета в сюжете Екатерины Барковской. Исполнение судебных решений и штрафные санкции сегодня одна из самых крупных статей расходов казны Саратова. Люди не хотят ждать, когда до них дойдет очередь по переселению из аварийного жилья. Подают иски и получают денежную компенсацию. Есть и другие поводы для взыскания. Все это рвет по швам и без того скудный городской бюджет. В этих условиях, когда текущей финансовой и экономической ситуации нам не приходится рассчитывать на дополнительную доходную часть, и помощь откуда-то, нужно более ответственно подходить к формированию бюджета следующего года. Потому что мы будем принимать бюджет уже по другим правилам. Новые правила для администрации города. Всеми силами повышать доходы бюджета. Если есть проблемы, говорить о них открыто, ведь иначе проблемы не решить. Другого выхода нет. Если раньше нужды города обеспечивались хотя бы на 40%, то теперь только на треть. Что касается муниципальных предприятий, большинство из них уже на грани банкротства. Возьмите водоканал. Значит, тарифы необоснованные, они не отвечают экономическим требованиям. Значит, сеть изношена, потери воды с подъема у нас практически достигает 50%. Энергоемкость предприятия просто огромная. Там нужно полностью модернизацию сделать. Денег у нас нет, мы не можем с городского бюджета помогать. Областные источники также нам не помогают. Что нам делать? У нас вот на сегодняшнее утро порядка 170 аварий. Большая часть в Ленинском районе. И так каждый день. Больше вопросов, чем ответов, и с ремонтом городских дорог. И если раньше удавалось выкроить хоть какой-то кусочек из бюджетного пирога на приведение в порядок саратовских автомагистралей, то сейчас казна города такой роскоши себе позволить не может. Транспортный налог у нас забрали, на который мы рассчитывали. Там порядка 600-700 миллионов у нас было. Значит, мы могли эти деньги направлять на дорожные работы постепенно, потихоньку. Там дороги могли бы его сделать. Причем хорошего качества. Вон московскую посмотрите, и в Ленинском районе много дорог сделали идеального качества. Несмотря на то, что городской бюджет требует срочных финансовых вливаний, чиновники не стали повышать ставку за аренду нежилых помещений для предпринимателей. Она по-прежнему осталась на уровне прошлого года – чуть более 2000 рублей за 1 квадратный метр. Таким образом, даже в сложных экономических условиях получится поддержать малый бизнес. Екатерина Барковская, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.